Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Эйвор, и вы спросите, а где же Лейла? А нету Лейлы. Забили мы с Лейлой на эти загадки. Не потому, что они нерешаемые, они решаемые, и в принципе, не думаю... Пора уходить. Да, слушай, да, мне пора уходить, отстань. Не хочу просто тратить свое время на вот это вот. Чего? Лошадь, ты можешь повернуться как-нибудь так, чтобы я могла этого придурка застрелить? Ну вот. Так вот, не тратить время. Я хочу уже пойти по сюжету. Понятно, что там какие-то записи ИСУ очередные мы откроем. Может быть, когда-нибудь потом позже я к этому возвращусь, когда уже, как говорится, ворона. Да, я бы тоже остолбенела. Вот, поэтому давайте-ка нам задание на заключение союза с новой областью. Кто у нас тут? Почему какие-то... Ой, ладно. Да, тут враги, кругом враги. Так, ну и что у нас тут? У нас тут все злые. Судя по этим флагам, да. Давай-ка мы позовем Сюнин. Что ты видишь? И посмотрим, что мы увидим. Ну, естественно, это аванпост. Пожалуй, его стоит объехать. Да? Ну да. Так мы и сделаем. Надо быть аккуратнее. Абсолютно верно. Так, а как мы туда-то попадем? Наверняка где-то есть мост. Может быть, конечно, можно и на лодочку сесть и переплыть. Давайте так и сделаем. Давайте по-человечески. Хоть один раз, Эйвор, по-человечески. По-человечески, я сказала, а не как обезьяна. Да, мы можем ее управлять. Подъедем туда. Порувана грабить не будем. Быстрое перемещение вот открыто. Можно вызвать сюда свою дружинушку. Нужно накинуть капюшон. Ну, накидывай, накидывай. Так, вставляю управление. Накидываю капюшон. Так, тебя, конечно, не узнают. Область подозрений. Блин. Лорда искать. Ладно, Сюнин, иди сюда. Что ты видишь, Сюнин? Большой дом. Видно, где-то там есть лорд. Ладно. Попробуем, пойдем и не устроим тут большой барабум. Конюшня. Все, лысых лошадей больше нет. А жаль, это было так прикольно. Ух ты, ракушки. Чего себе у вас ракушки? Вот это да. Слушай, как жалко, собирать нельзя. Я бы собрала.
Так. Опять область подозрения. Ну, мы же в капюшоне. Что нас подозревать? Пойдем прямо сюда. Что, нет? И вот. Это и есть убежище Хунвальда. Сегодня мы один из широв Мерси, но завтра вновь станем королевством Линси. Кстати, подожди, Линси, ну-ка дай-ка мне мой инвентарь. Мы в прошлый раз взяли какую-то штуку, свиток, и там вроде какое-то пояснение было по поводу этого самого Линси. Блин, у меня рун, я с собой таскаю прямо. Сокровище. Где был этот свиток? Вот этот? Слова безумца. Я слышу, как ты скребешься в стене, женушка. Не дашь мне ни минуты покоя, все скребешь, скребешь. Пищишь, воешь, называешь меня убийцей. Я любил тебя, но потом услышал, как ты говорила, с воробьями всю ночь при луне. Вы плели козни, украсть мои деньги, лишись меня рассудка. Ты заставила меня убить тебя, прости, мы навеки вместе, даже в смерти. Это... Я помню, да, мы раскрывали там загадку. Там он убил эту женушку, замуровал ее в стенку. Карты сокровищ. Нет, мы получали какой-то свиточек. Я на записи, когда уже свою запись обрабатывала, видела это дело. Да, ага. Это тоже все очень новое. Загадочная табличка с колесницей. 15 лет Assassin's Creed. Офигеть. 15 лет франшиза держится, да? Вот как вышел первый Assassin. И все. И пошли паразитировать. Не знаю, как иначе это назвать. Так, не вижу я ничего, что мы от него взяли. Или что он нам дал, какой свиток он нам дал. Ну, не про женушку же. Как-то... А, нет, подожди, карта сокровищ. Это не то. Причем какие-то из них мы уже находили. Так, ну и все, я не вижу задания. Найдите Хунвальда, поговорите с ним. Понятно. А, вот, у нас еще есть навыки. Давайте-ка мы при вас их прокачаем. Я при вас их прокачаю. И я не помню уже, что я тут собиралась... Потому что мишку мы вроде как уже более-менее все, что мне нужно было. Я вроде все взяла от мощных ударов. Я ими не пользуюсь, потому что у меня два топора. Добавить себе здоровье тоже не вижу причин, потому что... Датский топор. А у нас какой топор? У нас не датский, у нас норвежский. Вот, поэтому датские. Датские — это одноручный здоровенный топорище, который, в принципе, нам тоже особо не нужен. Урон от слабых ударов. О, давайте его качать. Опа, открылось нам тут. Путь волка, снаряжение волка тоже нам особо не нужно. Прибавить здоровье, можно сюда пойти. Путь волка нет. Дальний бой, урон в дальнем бою. Кстати, почему бы нет? Давай сюда здоровье и... Сюда очков нет, еще осталось. А где мои очки? А вот, очко навыков одно осталось. И это устойчивость к яду. Давай возьмем устойчивость к яду. Почему нет? Вечно пытаются чем-нибудь, какими-нибудь гнилыми дротиками закидать. Адреналин за скрытность. Кстати, мы довольно часто пользуемся скрытностью. Вот, окей. Все, тут мы себя прокачали. У нас мощь 261. В принципе, нормально. Дать тебе карту, чтобы ты вспомнил? Эльфгард, дорогой, зачем мне карта, если кровь в моих жилах знает правду? Так, ну, кровь в жилах. Хватит. Хунвальд, это еще кто? Эйвор. Садись. Нам бы хлеба и эля.
Я говорил с Эльфгаром о своем щекотливом положении. Лорд. Он знатный человек и один из надежных тенов Линкольншира. Надежный, как кружка, которую тяжело опрокинуть, да? Эльфгар поклялся в верности моему роду, роду Яростного Лебедя. С его влиянием и твоей силой мы сможем избавить Линкольншир от негодяев раз и навсегда. Мы ищем твоего отца, Хунвальд, и все. Верно, Эйвор. И скоро найдем. Ты ось в моем колесе. Искра в охапке хвороста. Я надеюсь, что не палка в твоем колесе. Так, нас, собственно, для чего Эльфгар здесь? Кстати. Хунвальд, я не знаю твоего друга. Я не могу ему доверять. Я его голос разума, Эйвор. И я устал твердить, что в Линкольншире Хунвальду грозит опасность. Слушай, я здесь, чтобы отвезти тебя к отцу. Идем, или я ухожу. О, да, в Линкольн, идем! Но осторожно. На дороге полно разбойников, жаждущих убить меня. Угу, и вон они там сзади. Кусок сала. Один единственный дан не защитит тебя от войск Мерсии. Сало? Ну, так сала ты в нем не очень много. Эльфгар. Сейчас сама поймешь. Я не прочь подраться, Шавка. Дай повод, и я разобью твою варварскую рожу. Вот где куски сала, причем два. Со мной лучше не ссориться. Знаешь, Сакс, что такое кровавый орел? Чего? Кровавый орел. Прекрасная птица из твоих потрохов. Я рассеку тебе ребра. А потом вытащу легкие и расправлю, как крылья. Улетишь в свой рай быстрее некуда. Боже, гнусная дикарка. Да говори, никаких вообще. Никакого эстетизма. Как ты хитра. Невероятно. Словно наблюдаешь за капитаном, что ведет корабль по бурной реке. Я схожу помочусь, Эйвор. После мы отправимся на поиски приключений. Мне стоит проследить. На твоего спутника открыта охота. Он со мной. Все обойдется. Если записать все предостережения, сделанные мной этой бестолочи, получится целая кипа книг. Эльфгар, первый ворчун Линкольншира. Я так и знала. Ладно, мне тут глазки строить. Хунвальд должен был быть здесь. Куда он подевался? Хунвальд в беде. Беде он, в беде. Лети, Сюмин. И что? Эй, сейчас не ты трогай! Бога! Фунданка, чтобы не трогать! Меня поразил враг! Я был на волосок от смерти! Но я выжил! Я должен! Не останавливайся, Эйва! А если я умру, отомсти! Ты слишком много говоришь! Нам не настолько много заплатили! Ой, фу, фу. Че, его прибили, что ли? О, придурок, блин. Я жив! Я выжил! Господь милосердный! Ты ранен? Невероятно! Ботльфстонскую битву будут помнить долгие годы! Эльфгар! Первая победа за нами! Придурок окончательно. Хунвальд, вообще. Ну как ты?
Кажется, цел, но... Нужно поскорее добраться. Но не дошел до туалета, понятно. Да, да, верно. Пора в путь. Я так и поняла. Кто же преследует меня? Меня, сына почтенного элдермена. Я был наивен, полагая, что знатное происхождение что-то значит для местных керлов да сервов. Зачем порочить мое доброе имя? А этот дружочек-то твой пойдет с тобой? Подожди, где он там? Он же тут стоял. Без подозрения. Где он? А, все, да, нету. А, мешочки наверняка можно было бы их поджечь. И наверняка мука, она же вообще взрывоопасная вещь. Но тогда могло и этого придурка повредить. Унвальда. Гляди, там суда. Можно отсюда доплыть в Линкольн. По пути топить вражеские корабли. Караваны? Что тебе сообщили, прежде чем изгнать? О, какой-то вздор. Меня разбудили крики. Кто-то схватил меня и сказал, что я опасен для отца. Ха. Да? Глупости. Меня, скованного и с завязанными глазами, отвезли к реке Уолш. И там я услышал. В Линкольншире тебя ждет смерть. В смысле опасен? О, якобы я только и жду смерти отца и мечтаю о наследстве. Будь честен, Хунвальд. Я не смогу помочь, не зная всей правды. Ты не держишь на отца зла? Нет, что ты? Думаю, приказ изгнать меня отдал кто-то выше его. Возможно, Бургрет распорядился прежде, чем его свергли. Сомневаюсь. Бургрет воевал с данными до конца. У него были дела поважнее. Может и так. Он слишком сдержан. Значит, тогда король Альфред? Король Уэссекса? Это совсем другое королевство. Папаша, да, твой распорядился. Он мог узнать, что я влюблен в одну из них. В красавицу, которой нет равных. Девушка из Данов. Ясно. И что, мы там будем стоять? Драккар. Давай, залезай. Бедоносец, еще один. Куда в воду? О, другое дело. Вот теперь можно и ехать. Только развернуться надо. Так, бедоносец здесь? Не вижу. Да, вон он сидит. Наверняка папаша, собственно говоря, и нанял. Не хочет он, чтобы ты его не то что находил, а возможно, и свергал. Где что это, Эвер? Зря мы взяли драккар, ну да ладно. Подожди. Все, выходи. Ну, тут уже, мне кажется, можем и пешком, и пешочком дойти. Ну, бедоносец идет. А, это там этот, который... Кто-то там желает отмщения. Пойдемся. Ой. Что у нас тут происходит? Кто с кем бьется? Почему?
Ой, мимо. А что тут у нас было-то? Какая-то тут недобрая местность. Ну-ка, подожди-ка, карту дай мне. Ладно. А этот меня в упор не видит, да? Что так-то? Давай-ка осмотримся. Опять начинается, да? Опять начинается невозможность залезть в окно, да? Окей. Чё-то там и дверь была. Так, что у нас тут? Денежка. Священная сфера. Добычка, ткань. А, ну ткань, кстати, неплохо. Ну да, спасибо. Спасибо, да. Эту дверь можно было просто-напросто выбить и не лезть ни в какое окно. Но, по-моему, тут еще какое-то золотко было, да? Вот здесь вот где-то. Пятьдесят метров. Пойдем, Хунгольд. Промочишь немножко ножки. А, так это, вот это вот. Вот они, корованы и есть. Привет. Ого. Руна. 500 метров. Давай-ка возьмем коня, наверное. Бедному цыгану придется вести двоих. Редкий такой, товарищ, не растерялся. Да давай, одевай маскировку. Ага. Источник моей печали. Игра! Эй, иди сюда, ко мне! Блин! Вот и Линкольн! Подожди, подожди, дай мне закончить ритуал, а потом протыкай. Как там было отходить-то? Мерсийские стражники повсюду. За мной. Иду, скользящая в тени. Сердце стучит, как барабанщик на дракаре. Господи, вот не люблю этих самых... звездунов, задушевников. Эй-богу, сердце у него там стучит. Слушай, да, блин. Хотя, подожди, ну мы всех их перебили. Давай попробуем войдем. По крайней мере, на входе мы перебили их. Без подозрения, да? Ну вот, смотри, народ идет. А мы сейчас
смешаемся с толпой. Ого. Не хочу там лезть через стены и так далее. Этот город твой дом? Был и должен быть им. Гляжу, и слезы наворачиваются. Оставь слезы для молитв. Мы еще не вошли. Настанет день, когда мне больше не придется прятать лицо. Я буду гордо шагать среди тех, кого люблю. Каким ты видел отца в последний раз? Он был совсем плох. Но на него снизошел Святой Дух, а в его груди бьется сердце льва. Простая болезнь не подкосила бы его. Он высоко ценил тебя? Да, безусловно. Чего не скажешь о духовенстве и тенах Линкольншира. Но ведь они так плохо меня знают. Жители не в восторге пока. От Данов. Да, это тревожит. Вы сильны и благородны. Совсем как герои сказок и легенд. А еще мы живые люди, Хунвальд. Не просто герои. Мы не идеальны. О, это я прекрасно знаю. Вы прямы и отважны, честны и верны. Я люблю девушку из Данов. Она как раз такая. Девушка из Данов. Может, скажешь, она еще и валькирия? Блин, а как же мне туда пройти-то? Ну, у меня есть, конечно, идея, но, Хунвальд, я не знаю, что ты будешь делать. Нагодь, говорит, погодь. Короче, Хунвальд, ты как хочешь. А я вот тут как-то так. Странное сооружение. Ага. Денег едва хватает, чтобы купить торфа у этих торгашей. Все себе загребает. А у меня адреналина нету, да? Луминосец. Чтоб поджечь, нету у меня адреналина, не хватает. Тихонечко просто спуститься. Здравствуй, папа. Слава богу, ты жив. Да, дорогой Регенхере. Цел и невредим. Скажи моему отцу, что я вернулся и готов к бою. Нам нужно поговорить. Мне жаль, мой господин, но его забрали. Что? Когда? Уже давно. Когда его забрали, он был совсем плох. Это все, что я кто знаю. Кто и куда? Хотелось бы еще знать. Кто его увел? Стража или служители церкви? Среди них были и те, и другие. А, еще целительница. Частая гостья в этом доме. Гальвина. Одна из монахинь, которым доверял отец. Славно, что у него еще есть здесь друзья. Среди них епископ Херефрид. Его можно найти в ратуше. Он следит за порядком, пока отсутствует твой отец. В ратуше нас ждут неприятности. Ты имеешь в виду стражу? Да, их стало намного больше с тех пор, как Элдермен заболел. Ясно. Проникнем туда незаметно. Подожди. Это... Товарищ, дай-ка я у тебя тут осмотрюсь. Что за письмишко?
Дневник Регенхере. Господин мой снова спотыкнулся и слег в постель со всеми томами и свитками. Сделал несколько замечаний о старых королях Линси. Было весело, хоть уж несколько месяцев, как плохо. Господин плохо себя чувствует сегодня. Откушал немного, и все разом назад пошло ртом. Отдала ему воды и меда. Сызнова все вышло. Вечером даже вода. Приехал Хунвальд и все сидел у отцовского ложа, громко рассказывая о некой госпоже из Данов, с которой сошелся где-то на севере. Очередной день рыдания и молитв. Господин говорит, что чувство такое, будто он проглотил живого ежа и сверчка, и теперь первый гоняется за вторым. Хунвальда не было много недель. Господин, кажется, не замечает его отсутствия. Аббатисса Аха прислала воинов, велевших господину следовать за ним. Что он и сделал? Как прежде, делаю все по дому, не знаю, вернется ли господин когда-нибудь. Времени теперь много, я занимаюсь латынью и осмелюсь заметить, что дело будто бы продвигается. Благословен будет день, когда смогу сама читать Писание на священном латинском языке. Молюсь, чтобы господин мой вернулся невредимым, но все же не слишком скоро. Ну, понятно. Значит, Регенхере можно исключить из подозреваемых. Ой. Подождите, не надо никакой Ubisoft Connect. Это значит не она. Ну, пусть так... удача сопутствует тебе во она. Всем, Дан. А почему она говорит, он говорит о себе в женском роде? Мужчина. Кто этот человек? Регенхере? Он очень много лет служит нашей семье. Верен нам до конца. Распоряжается хозяйством, а меня помнит еще мальчонкой. Он человек простой, но свое дело знает. Так, а это что за письмишко? Стихи Хунвальда, ты краше всех, что плыли через море, клинок в руке, презренье во взоре, фигура изящная, румяные щеки, ты столь сильна, что с тобой страшны склоки, твое имя мило, как шутка Господня, а твой аромат цветочному сродни. Связаны мы рука в руку идем, и наша любовь отражу я кольцом. Похоже, не знаю. Несерьезный ты, парень. Вот что я тебе скажу. Так, слушай, а это мы куда-то можем выйти, да? А. Разве мы отсюда пришли? А, да, мы отсюда пришли. Тогда подожди, тогда нет, не сюда. А здесь что? Здесь никак? Теперь? Упс. И незаметные, незаметные. Незенка, незенка. Ну что, полезли, блин. Ты как хочешь, конечно. Он будет. Дай-ка вызволим. Сюнин. Ой, слушай, дофига нам идти-то стёжками, дорожками. Если б не этот вот товарищ вместе со мной, я бы туда быстрее добежала бы. Вон там всякие канатики, все вот это вот такое. Может, и так получится. Блин, там тоже стража. Интересно они, да, такие на воротах стоят? В Линкольне торговля процветает. Правда? На рынке полно товаров. Да, наверное. В отцовском доме никогда и ни в чем не было недостатка. Хлеб, птица, всевозможные плоды. Должно быть, слуги покупали все это здесь. Линкольн делил с нами свои блага. Ты часто выходил из дома, Хунвальд? А, время от времени, да. Ну, не знаю, Хунвальд. Короче, бывай.
das nächte stand liebes. Бывай, Хунвальд. Не знаю, как ты сюда залезешь. Залезешь ли, ну, как-то вот к тебе стража более благосклонна. Тут кто-то есть на воротах? Вроде никого. Скупались. Хорошо, это хорошо. Меньше будем вонять. Ты вылез там? Доносец. Аха! Херифрид! Скажите Хундбеорту, что я вернулся! Господин, ты жив? Лорд Хунвальд, мы не знали, что ты вернешься. Мог бы отправить гонца, чтобы избавить нас от тревог. Почему ты так удивлен, епископ? Все думали, что я мертв? О, хуже, чем мертв. Мой долг сообщить, что, по слухам, ты ушел на север. Жить в грехе с какой-то жалкой датской крестьянкой. Он любит вовсе не меня. Я просто делаю ему одолжение. Я не терплю оскорблений и слухов. Мы пришли поговорить с Хундбёртом, вот и все. Боюсь, лорд Хундбёрт покинул нас. Он не сказал, куда идет, но наверняка скоро вернется, когда утихнет буря. Что ты хочешь этим сказать? Буря? О-о. Он боялся за свою жизнь, Хунвальд. Он болен, слаб и не смог бы защитить себя. По крайней мере, от Дана. Как ты смеешь? Эйвор можно доверять? Встань на мое место, Хунвальд. Сперва ты пропадаешь, а затем возвращаешься с викингом и требуешь встречи с отцом. Не похоже, что намерения у тебя благие. Просил защитить его, а не убивать по приказу. Будь у меня дурное намерение, ты давно бы был мертв. Давай так ему и скажем. Прямо вот махами. Желаю я тебе смерти. Эти камни уже были бы залиты твоей кровью. О, небеса! Какая жестокость! Должно быть, Господь создал язычников не просто так, но я недоумеваю, зачем? Хунвальд, твой отец недолгое время был в моей богадельне, но ушел, не сказав ни слова. Это все, что мы знаем. По-моему, вы врете. Оставим мальчика наедине с его мыслями. Нам больше нечего ему рассказать. Береги себя, мой мальчик. Будь здесь, в этих стенах безопасно. Я осмотрюсь. Может, узнаю что-нибудь о твоем отце. Если мой отец хоть недолго был в богадельне, монахини там могут что-то знать. Расспроси их, если сможешь. Выясни все. Лицо у него похоже на Рутгера Хауэра в молодости. Есть какие-то... что-то общее такое, общие черты. Так, иди сюда. Я не это хотела, я хотела поговорить, блин. Вы давно видели Элдермена? Оставь нас. Ты не вправе задавать такие вопросы. Черт! Вот сюда, вот в угол, в угол. Вот, он просто устал и лежит. Блин, вот что значит не ту кнопку нажала. Чик, и все. Чик, и все. Так. Ваш бог говорит с вами, Херифрид? Он может сказать, где Элдермен? Господь не пес, который лает по приказу. Боже мой.
Может, мне просто прибить вас всех. Там стража стоит. Так, дай-ка мне карту. Песнь о Хунвальде. Видели в Линкольнской богадельне. Эвер должна выяснить, где он сейчас. Эвер должна еще смочь выйти отсюда. Слушай, как они мне мешают, честно говоря, все вот это вот братья, которые тут на воротах стоят. Ну, вообще, по большому счету, не так, чтобы очень. Я могу слиться с толпой? Иди давай. Ду-ду-ду-ду, такие монахи, типа монахи, были. Сет метров. Стражники. Отец Хунвальда восстанавливал здесь силы не так давно. Кто-то мог видеть, как он ушел. Угу. Только надо внутрь попасть, а там стражники. И можно, конечно, разбить витраж. Это будет весело. Это будет по-нашему, по-дански. Обыщите богадельню. Отыщите богадельню. Всякие ништячки. Ништячки тут у нас всякие интересные. Блин, сколько ж вас тут. Так, ну и зачем мне это надо было? Эйвор. Хочешь сказать, что можно как-то через крышу залезть? Давай посмотрим. Здесь нигде не чинит окна. Это сквозняк. Ну давай разговаривай ты с монашками. Старшая монахиня? Да. И мне весьма не по душе, что ты явилась сюда с оружием. Здесь богадельня, а не военный лагерь. Будто мало того, что на меня пялятся эти болваны с оружием. Еще и ты. Вам с подопечными ничто не угрожает. Я просто ищу Элдермана. Скажи я хоть слово и лишусь головы. А тогда и все эти несчастные последуют за мной в могилу. Элдерман поддержит вас. Чем скорее я найду его, тем скорее стражники покинут богадельню. Надеюсь на это. Несмотря на все наши старания, лорду становилось хуже. Я была против, но стражники забрали его. Я слышала, как они говорили о банях. В Линкольне нет исправных бань. Значит, речь шла о руинах, что к югу отсюда, у восточной стены. Руины к югу. Ясно, я схожу туда. Молю, найди его. Ему нужен целитель. Опал. Заберем, заберем опал. Так, слушай, ну что, там уже рассвело, я вижу, да? Здрасте. А, это внутренний двор.
ключик и все такое прочее. Не хочу пока ничего искать, никаких тех самых всяких секретиков. Думаю, что потом мы это сделаем как-нибудь. Так, бани, говорите. Ну что ж, пойдем в бани. Покажи мне на карту, куда это. Ну да, имеет смысл. А когда я здесь успела открыть этот самый... Этот самый... Так, нужно мне? Нет? Да, нужно. Так, давай-ка... Это прям подо мной. Знания. Знания шебуршат прямо подо мной. Но надо искать ключ, все такое. Не, давай. Давай-ка мы дойдем до бань. Это уже типа рассвета, что ли? Толку. Пустили этих мерсийских господ в наши туннели. А у нас был выбор? Зато хоть в покое оставят. Они убили одного из своих. Запросто проломят головы и нам. Они нас боятся. Знают, что мы не пальцем деланы. Ага. Да? Запомни, Господь карает тех, кто желает зла, тем... Ну же, кому желает? А? Прости, я задумался. Что? Господи, да у тебя не хватает мозгов даже, чтобы моргать вовремя. Такие симпатяшные стражники, их даже не хочется трогать. Как мне туда пропасть? Бани. Слушай, да, я была, по-моему, здесь. Не помню, чем мы тут занимались и зачем мы здесь ходили. А где у нас вход? Ты мои глаза. Ты мои глаза, ты мои глаза. А, вон он вход. Вон он вход. Ну и как быть? Придется все-таки их отстреливать, значит. Все, может, и не обязательно. Зря сделала, Эйвор. А, блин. Он увидит меня, если я спрыгну. Так. Что-то опять у нас со звуком. Давай попробуем так сделаем. Ну, если вы глазастые увидите, то это ваша проблема. Толстяк смотрит сюда. Ну, правда, мне не хочется их трузучить.
Может, они уйдут? Ну, видишь, уходят. Давай, здоровяк, ты тоже пойдешь куда-нибудь. Блин. Вот. Так. Туннели тут глубокие. Элдермен нашел убежище где-то под Линкольном. Думаю, что это был хороший человек. Так, Эйвор. Как будто крестили гнев. Как будто что сделали? Не, ну я должна была проверить, нету ли здесь выхода. Нет, выхода нету. Ай-яй-яй-яй, ты посмотри, что тут творится. Чьи тут у нас? Так. Развешаны. Слушай, а я здесь ли ищу? Да, возможно, что здесь. Но только мне придется пройти, очевидно, всеми этими туннелями. Греметь сейчас будем, да? Здесь нужна осторожность. Да уж. На дорогах все больше мерсийцев. Отсюда до Боллингброка отлить негде, чтобы не нарваться на их вымогательство. Возить товар по-тихому теперь все трудней. И легче уже не станет. Но это лучше, чем платить дань. Мы не склонимся перед королем Мерси. С нас хватит. Он поскользнулся и упал. Вояка, блин.
Я предпочитаю отстрелить, наверное, всех. Вот. Оно так поспокойнее будет. Пойдем заберем сокровище. Длинный лук, однако. Что у нас еще тут есть? Нам нужного. Давай посмотрим. Навесили тут этих гремучек. Еда мне не нужна. Там что-то есть. А там это где? Наверху, да? Раз уж мы тут топчемся, и прямо у нас тут под ногами вроде что-то есть. Ну-ка. Вот здесь, да, под ногами. Внизу. Ну, давай, давай, давай. Вот. Никель. Всяко разно. Стрелы. Заберем. Все заберем. Вот, ну ладно, уже все, как говорится, по мелочам не собираем. Так, пошли, Эвер, нам надо как-то отсюда выбраться. У них же тут есть, наверное, какой-то выход. Узнаете, куда можно попасть по канализации? Черт, тут как-то эта дорога заканчивается. Черт, подожди, ну как? Неужели отсюда-то выхода нету? Интересно. Что там интересного? Ничего там интересного нету. Это опять дополнительные занятия для тех, кому нечего делать. А, вот сюда. Доступен. Так, подожди, а... Не-не-не-не-не. Встань. Не, мы пришли не отсюда. О, ключик. Ревущая Мэг. Ого. Водопад? О, да ладно, не говорите, что это отец. Здесь сражались. Из-за чего? Давай осмотримся. Из-за чего тут сражались? Разбойники схватились с господами. Для первых все кончилось скверно. О, плащ с изображением лебедя. Похоже, Элдерман проходил здесь. Ага. Сорвали плащ. Сюда-сюда. Ага, его повели. Раненого. Куда-то сюда. Хорошо. Давай-ка мы еще тут
себе подсветим. Ага. Ну, как интересно, да? У нас ничего нету нужного нам. Черт, слушай, там ключ, Эйвор. Ключ пригодится, если найти нужную дверь. Обязательно. А не, стоп. Это самая нужная дверь, да? Она? Она самая. Новое предложение. Орвин, к нам обратился некий Сакс, не пожелавший назвать свое имя, просит провести его до канализации, до Боллингброка. Сумма значительная, и это наталкивает меня на мысль, что при себе у него будет что-то очень ценное, не предназначенное для чужих глаз. Прежде чем принимать предложение, выясни, что это. Если потребуется, поднимай цену. Если Сакс откажется платить, убей его. Лусиан. Некий знатный Сакс заплатил разбойникам, чтобы пройти через туннели, ведущие в замок Боллингброк. Мерсийцы заплатили разбойникам за молчание и возможность пройти через пещеры. Разбойники решили напасть на мерсийцев, но те перебили обманщиков. В схватке с Элдермена сорвали плащ. Но он скрылся и отправился на восток, в Боллингброк. Наверняка. Поговорите с Элдерменом. Так, он убрал и отправился на восток замка. И к замку он пошел, и к замку он пошел. Змеи есть? Ладно, понятно. Эвер, не надо застревать. Ну что ж, мы все тут видели вроде как, да? Пошли тогда. Даже куда и он пошел. О, воздух. Ой, не говори. Лепота. Ой, слушай, да дофига далеко идти. Дай-ка здесь остановимся. На карточку посмотрим. Мы так бегаем тудым-сюдым. Ревущая Мэг. Так, ну ладно, ревущая Мэг, понятно, что это водопад. Того ревущая Мэг. Тихо. Что у нас там светится? Как ты думаешь, цыган? Опять снялась какая-нибудь аномалия. Ладно, на давай. Эй! Что у тебя тут? Подожди, главное мне тебе голову не срубить. Боль! Спасите! Что случилось? Укусили? О, да. Змея. Как и тебя. Вперед! Не оскверняйте саму землю, которая
уходите! Отправляйтесь назад на север! Мы навсегда избавим от вас Англию! Ах ты, картина! Тебя ждет смерть! Еще кто-то? Да, и в аду! Зря. Благодарю. Это мне пригодится. А что мы взяли? Мы взяли очки опыта, и они нам, да, пригодятся. Все, еще надо нам? Нет, еще не надо. Ах ты ж засранец. С кинжалом в шее. Так, ну что ж, я считаю, что это достойное завершение сегодняшней серии, друзья мои. Вот, давайте здесь остановимся, продолжим следующий. Опасные тут земли, поэтому давай-ка, Эвер, мы с тобой вот в кусты сюда засядем. Пока я новую серию не начну, никто нас тут не зайдет, не найдет. Огромное спасибо, друзья, всем, кто эту серию посмотрел. Не забывайте подписываться, ставить комментарии, лайки, дизлайки. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.